Приятно, когда в предпоследнем туре матч, в котором обе команды мотивированы. Соответственно, это практически гарантия борьбы, потому что мы видим, что если мотивации у какой-то из команд нет, это почти всегда означает, что, в общем, играет она не то чтобы спустя рукава, но без должного вдохновения, скажем так. Здесь такое невозможно, потому что «Динамо» нужно отстаивать свое четвертое место, а «Арсенала» только две победы спасают от вылета, поэтому тоже здесь ситуация понятная. Так что я жду упорной борьбы с, в общем, непредсказуемым исходом, потому что на финише чемпионата сложно сказать, кто у нас лидеры, а кто аутсайдеры. «Динамо» вообще концовку проводит не особенно ярко, и все последние результаты показывают, что, похоже, команда уже и устала, и в коллективе далеко не все в этот чемпионат было в порядке. И состав у «Динамо» сейчас не настолько богатый, как многим казалось. То есть, в общем, если «Арсенал» покажет хорошую игру, покажет характер и действительно проведет все 90 минут в высоком темпе, шансы, конечно, есть. Другое дело, что у «Арсенала» никуда не девалась главная проблема сезона – это реализация. И вообще количество голов, которое, конечно же, не соответствует задачам клуба, так и не нашли за весь сезон результативного нападающего. И в матче с «Динамо» как раз-таки это может сказаться, потому что у «Динамо» сегодня, видимо, должен будет играть Курани, может быть, будет играть Кокорин, потому что я думаю, что голы «Динамо» забьет, ну, хотя бы один гол. То есть «Арсеналу» для того, чтобы победить, как мне кажется, счета 1-0 будет недостаточно. А именно с таким счетом «Арсенал» большинство своих побед одерживает. То есть нужна результативность. Иная совершенно. Я все-таки думаю, что «Динамо» фаворит, потому что последний матч слишком уж неудачно команда проводила. Тут домашний, перед игрой с Краснодаром. Я думаю, что счет, например, 2-1 в пользу «Динамо» мне представляется достаточно реальным, скажем так.